Ну все, я на месте. Легенду собрал. Сейчас он осталось лопату разложить. И все, и потопаем. Вот тут вот где-то я закончил. И она потом пошла и вправо. Не знаю, через овраг она пойдет, а через этот или нет, фиг узнает или туда. Короче, походу уже буду смотреть. Так, вот такая вот красотища. Опять вот здесь вот сигнальчик, 35 что ли, ну, такой тонкий. А, вот, 39, 38. Сейчас попробуем, посмотрим, что там. Сигналец выкопали, где тут здесь. О, какая-то штука. Кругленькая. Что-то кругленькое, сейчас посмотрим. Блин, спрячу. Уж монетка. А, не, ребят. Ну, это не монета. Что-то непонятное. Какая-то закрутка, что ли, была. Да, какая-то закрутка была. Да. Но сигнал-то был точно не монетный. Какая-то, не знаю, шляпка или закрутка была. Она медная. Вроде как, да, вроде медная. Вот. Звенела, наверное, из-за того, что такая тоненькая. Такой сигнал был там под 40, не больше. Вот. Такая вот хреновинка. Сначала думал, перстень, колечко точнее, что ли. Там с узорчиком. Вот. Она то ли поломанная, то ли это такая была, но она очень маленькая. Мне кажется, это типа какой-то вот от чего-то колечко, от какого-то украшения. Может, даже средневекового. Потому что прям вот видно. Как посмотреть сейчас вот так. Вон там видно прям узорчики. Такая хреновинка. Да, вот, с узором. Мне кажется, что-то какое-то колечко было от какого-то подвесок, от каких-то, хрен узнает. Било, кстати, такое чуть в чернинку. Ну, прям цветной, 48-49. И на глубине. Выкопал, когда сначала подумал, иконка. Плашечка, думал. Оказывается, нет. Не знаю, что это такое. Какая-то то ли накладка, что ли. Короче, она железная, но старая. Из-за этого это прибор показывал цветную, да, вот, но на второй шкале показывал, чуть-чуть закрашивал черным. Ну, на сигнал был немножко в чернинку кидал. Вот. За счет того, что было глубоко и железо старое, соответственно, прибор, хотя не факт, что вот это железо. Не, вот это вот, вот они железо. Вот накладка, вот она. Это, накладка или бронзовая, или медная, вот здесь сверху. Вот так вот, так он и занял. А основная часть получается вот на железо. Не знаю, что это такое. Блин, ну когда вытащил, подумал, что думал, плашка, иконка, что ли. Шел, потерял дорогу, думаю, куда он делась, смотрю, блин, не видно, вообще не видно, туда-сюда, ну вот вроде нашел, сейчас она там чуть левее, как-то она раз испарилась, потом опять появилась, вот, сорки деревья, вот это вот вековые, не один уж, наверное, век, а просто огромные сосны, вот реально огромные, их тут таких много. Тишина, хорошо. И мороз такого нет. Где-то минус 2, может, не больше. Очень приятно ходить. Долгожданный сигнальчик. Да что-то как-то скучно стало. Вот она. По сигналу прям. Это у нас по сигналу был советик. Примерно, я думал, советик. Не империя точно, да? Ух ты.
Ничего такая. Сейчас так вот сделаем. 40 какой-то год. Не вижу даже. Который 41-й, что ли. Пятнашечка. Так вот. Приятненько. Очень даже. Вот так вот идешь, и вот такие столбики. Попадаются. Год не видно. 1900 какой-то. Вот такие столбики. Так, ямку закопал. А в этой ямке у нас вот что было. Вот что у нас было. Это серебрушечка. На этой дороге что-то они редко попадаются. Пытаюсь протереть ее. Она какая-то странная. 15 копеек, но она что-то какая-то вся подушатанная немножко. Надо в лимоночку кинуть ее. Вот эта фигня не стирается вообще. Но это пятнашечка. Судя по размерам. Да, да, он 1900 какой-то год. Какой, я не вижу, но какой-то 1900. Николаевский. Серебрушечка. Ну, все равно приятненько, блин. Потому что тут третий или какой, четвертый, пятый, шестой раз я по этой дорожке хожу. Даже не по ней, а дальше я иду, короче. Я ее прочесываю до конца. Вот, блин, не знаю, один раз, по-моему, серебрушка попадала. Хотя должны были быть. Вот. Ну вот, нет, нет, что-то попадается хорошо. Приходится топать по таким местам. Снег, корочка небольшая. Так снега прям мало-мало. Совсем практически нет.